Еще раз здравствуйте, ноутбук Asus. Сразу начну с характеристик его. Работает только от сети. Встроенная видеокарта обычная. Сам ноутбук по себе старенький. Так. Проверил онлайн клавиатуру, не работает F3, все остальные кнопки полностью работают. Вот, он просто сейчас качает обновление, поэтому немножко все может тормозиться, чтобы ускорить процесс. Так, сейчас по внешнему виду состояние где-то на 4 с минусом. А нет, он даже, получается, держит зарядку. Но очень долго ее держит.